Итак, начнем с культурного события. Одна из интриг подготовки к Славянскому базару раскрыта. На детском песенном конкурсе Международного фестиваля «Беларусь» представит Ксения Галецкая из Минска. Около часа назад в Орше жюри подвело итоги национального отбора. На сцену вышли 10 исполнителей, самому юному всего 9 лет. В то же время за плечами некоторых уже не одна попытка пройти национальный отбор. На суд жюри, а в составе известной Беларуси музыканты, продюсеры, композиторы, участники финала представили по 2 песни. В зале и группы поддержки, и близкие педагоги. Вокалисты не скрывали волнений и даже отказались от экскурсии по городу, чтобы уделить время отдыху, поберечь силы и голос. Всего на несколько баллов Ксения Галецкая опередила других конкурсантов. Она была участницей последнего сезона проекта телеканала ОНТ «Я пою». Радости просто меня переполняет. Я не ожидала этого. Все ребята, я считаю, что были очень сильными и достойными. Думаю, сейчас готовиться буду по полной программе. Такая честь представлять нашу Беларусь на славянском, на Витебск 2019. И я хочу, попытаюсь достойно выступить. Дети, это всегда очень открыто, это всегда очень прекрасно и очень красиво. Потому что, и самое главное, нам, членам жюри, сегодня было очень тяжело оценивать. Потому что готовились дети, готовились родители, готовились педагоги. И тут ответственность, конечно, очень огромная. Орша впервые принимает национальный отбор Славянского базара. Организаторы фестиваля привезли экспонаты Музея истории музыкального форума, праздничную атрибутику и сувениры. Сегодня вечером станет известно имя конкурсанта, который представит нашу страну уже на взрослом конкурсе эстрадных исполнителей в Витебске.